Всем привет, с вами канал Мультипланет, и я Маша Акаситерова. И сейчас мы поиграем в игру по мотивам мультфильма «Мой маленький пони». А игра у нас называется «Радуга Дэш собирает яблоки». И как всегда вначале скажу, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. И поехали, тут нам вот объясняют, как играть, сколько у нас время, как нам прыгать, бегать и тому подобное. Ну, в общем, это мы и так поймем. Бегаем мы стрелочками. Ой. Так, бегаем, собственно, опять же, мы стрелочками. Прыгаем мы. Или стрелочкой, ой, вверх, или пробелом. Так, и, собственно, у нас радуга собирает яблоки. Ей нужно, ай-яй, перелетать с острова на остров, находить своих подружек и не натыкаться на вонючие носки. Да, они тут как-то не к месту. Ну, в общем, нужно собрать как можно больше яблок за 5 минут. И найти всех своих подружек. Вот, собственно, можно зажимать кнопочку. Ага, ой. Мы нашли Флаттершай, который говорит, ура, ты на пути, куда-то там. Вот. Надо перескочить носок неприятный. Собрать все яблоки. Времени все меньше и меньше. Фу-фу-фу, Дропихус. Хорошая поняша. На. Кидает носки, фу, куда-нибудь. Ну-ка, дорогая принцесса Селестия, я научилась, Джойс, это ж наслаждаться своей дружбой, потому что что-то типа это потрясающе. Короче, дружба это магия, уху, ура, ей. Так, яблочки, яблочки, вкусные яблочки, бежим вперед, падаем вниз. Яблочко, давай иди сюда. Так, и бежим дальше, дальше, дальше. Нужно еще кучу подружек найти. Ага, Эпплджек. Привет, Эпплджек. И мы проходим. Проходим мимо и идем дальше. Стоп. А мы уже собрали, оказывается, аж 41 яблоко. Ага. Тут одно за два бывает, учитывается почему-то. Тут уже 47. Эх. Перескочить на носок. Ого, Пинки Пай, Пинки Пай, любимая пони, которая кричит рарити, 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 Пинки Пай, Пинки Пай. Так, летим. Оп. Собираем яблочки. Прыжок, прыжок. Яблочки, яблочки, ням-ням-ням-ням-ням. Бежим дальше. Ну, лети. Оп. Фу-фу-фу. Кстати, Эпплджек. Привет, дорогая. Так, идем дальше, идем дальше. Что-то я не помню ни в одной серии, чтобы Радуга Дэш собирала яблоки. Я помню, что она отлынила от этого. Потому что ей было лень, и она хотела отдохнуть. И она спала на деревьях. А другие пони помогали Эпплджек собирать яблочки. Да, Радуга ленивая. Вроде такая шустрая, а бывает такая ленивая. Так. Оп. О, ура, взяли яблоко и падали. А вот рарити. Так, а нам осталось всего 2 минуты до конца. Интересно, что произойдет. Так, летим, летим, летим. Яблочко. А, кончилась наша супер сила. Мы не смогли взлететь. Так, идем дальше, идем дальше, идем дальше. Взлетаем. Пинки Пай, Пинки Пай, Пинки Пай, Пинки Пай, Пинки Пай. Ну, нравится мне Пинки Пай. Самая любимая поняшка. Как она вообще может нравиться? Такое милое, маленькое пони. Так, пык-пык-пык. Фу-фу-фу, дропи, фу-фу-фу, дропи, фу-фу-фу. Когда мы на носки наступаем, у нас вся сила кончается. Радужные наши силы. Оп, искорка. Опять встретили, которая опять у нас все там уже научилась. Так, бежим, яблочки, яблочки. Оп. Перескакиваем. Так, ой, перелетели, опять встретили искорку. Так, а когда у нас мы встречаем наших подружек, оп, то у нас вся сила наша восстанавливается. Яблочко куда делось? Я, ползи. То ли яблочко, то ли пирожное с червячками. Так. Оп. А, 26 секунд осталось, 25.
Бегом, бегом, радуга. Еще много-много яблок осталось собрать. И вперед летим, летим, летим. Пинки, 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 пай, пинки, пай. Бежим вперед, вперед, вперед. Летим. Ага, вот так вот. За 5 минут мы успели собрать 149 яблок. У-ху, вы молодцы. Ну, я надеюсь, что мы молодцы. И надеюсь, вам понравилось. Попробуйте поиграть, напишите, сколько у вас яблок получилось собрать за 5 минут. И надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. Всем пока, до новых встреч!